Купил себе новую покрышку и купил вот такие вот педали Cinema Focus. Так что сейчас будем ставить все на байк. Привет, народ! У нас сегодня новый вложик. Я вот купил себе новую покрышку у Maxxis Grifter шириной 2.30 и купил вот такие вот педали Cinema Focus. А еще я купил вот такой вот ремкомплект в мою заднюю втулку. Да, ремкомплект от Cinema во втулку Cinema VX3. Ну, я себе этот комплектик ставил первый вот сюда вот во втулку Idol. Он подошел, поэтому я взял себе вот такой вот запас, второй пакет с пружинками и собачками. Ну и сегодня мы будем ставить все это добро на вельчик. Еще раз хочется сказать дякую магазину Велобаза. Так что всем довольны. Короче, у меня стоят педали Cinema Focus. По моему мнению, это вообще самая-самая лучшая педали, которая только есть. Смотрите, вот эти вот педали я поставил в конце лета. И вы только посмотрите на шипы, они прям вообще в идеале. Поэтому я и выбираю вот эти вот педали. Они нереально прочные. У них не выгибается платформа. Ногу держат отлично. И у них еще вот эта вот микро насечка, которая также дает зацеп. Очень хороший зацеп. Поэтому я и выбираю эти педали. И в этот раз я решил взять обновить. И взял я вот таким вот черным цветом. С такими вот типа брызгами. Это... Если что, они в самих вроде бы педалях, вот эти вот такие из краски брызги, это вроде бы как термопринт или еще как, не знаю, как это называется, но выглядит довольно-таки интересно. Ну и еще к тому же, если честно, у меня просто не было выбора, типа, какие педали еще выбирать. Типа, там в магазе были красные, ось таких двое. Ну и все. И по сути еще Demolition были педали, но то Demolition они дороже были. Поэтому я выбрал вот именно вот такие уже проверенные мной. Думаю, более-менее будут подходить под вельчик мой. А эти серые буду продавать вот как-то. Ну и всегда лучше продавать типа свои запчасти, пока они еще там не вышли со строя, продать, типа чуть доложить и купить новое. Ну это, по-моему, логично. И смотрите. У меня сзади стоит вот такая вот покра крутая, Maxxis Razor, такие покрышки уже не выпускают. Типа, она очень толстая, прочная, классная покра и к тому же еще и не сильно тяжелая, под 580 грамм. А вот спереди у меня стоит покра VTP Feeling. Эта покра тоже очень крутая, прочная, толстая, что немаловажно, ну, она тяжелая, блин, она весит аж целых 670 грамм. Поэтому, а так как я недавно покупал руль новый, вот этот клад, и мне накинулось 200 грамм, то как раз вот сегодня я хочу поставить новую покрышку под Maxxis. Это Maxxis Grifter шириной 2.30, и она будет легче, чем вот эта вот на 150 грамм как раз. Так что сейчас мы будем ставить все это добро на вельчик, и вы потом посмотрите уже готовый результат. Погнали!
крутил одну педаль, и уже нравится, как она выглядит. С одной стороны, вообще получается, как будто камуфляж, вот такой вот, а с другой стороны, она вот, ну, почти прям черная. Ну, вообще, гораздо лучше выглядит, чем вот так. Тут прям серая-серая педаль, тут, ну, реально в цвет вельчика хотя бы. Так что сейчас будем и вторую переставлять. Реально кайфово, вы только посмотрите. Вообще классно смотрится, шикарно просто. Так, все, педали уже поменял, остается только переставить покрышку. Так, все, покрышку снял. Давайте я сейчас покажу вам, какая же разница в весе между вот этой вот покрой и покрой Максис. Вот, кстати, по толщине одинаково, да. Вообще одинаковая, тупо одинаковая по толщине. Да. Ну, вообще, вот прям одинаковая. Если была покрышка Максис Торч, она тонкая, ну, однозначно. И из вот этих по толщине вот вообще одинаковые. У этой просто корд поплотнее, чем... Хотя, слушайте, ну почти одно и то же. Почти одно и то же. Ну да, чуть-чуть корд плотнее у ВТП, чем у Максис, и все. Давайте сейчас достану веса, и мы посмотрим, какая разница в весе. Максис у нас весит 520 грамм, 520 грамм примерно. Так, а покрышка ВТП весит у нас 670 грамм. Народ, вот он, готовый результат уже. Поставил покру наперед, короче, Максис вот эту. Ну, вроде бы нравится, вроде и не сильно она такая прям мега-мега узкая. Чувствуется то, что байк стал легче. И по педалям, короче, смотрите, чисто по педалькам. Вот так они вот выглядят в дневном таком освещении. Вон, типа, вторая, в принципе, такая же самая. Вот так, смотрите. Сейчас покажу еще. Они тут с разных сторон. Они, ну, вообще разные, короче, с разным принтом идут. Ну, классно, мне очень нравится. Особенно то, что на них вот такой вот микрозацеп есть. Видите, типа, вообще педали огонь просто. Так что педали всем рекомендую. Вот такие вот Cinema. Очень-очень они крутые, мне они прям вообще зашли. Так что, друзья, у нас сегодня, думаю, может, я еще пару трюканов сделаю, и потом, наверное, уже будет новый выпуск, потому что в этом выпуске я и так уже много поделал, много поснимал. Еще тоже не было что делать, наклеил на руль, короче, стикер этот, Old Spice. Тут теперь такое на стиле. Так что вот такая у нас сегодня была прокачка. Кому она понравилась, не забываем, друзья, лайкос поставить. Обязательно на канал подписаться, оставить свой коммент. Ну и ждать новые видео. Так что, друзья, дякую еще раз всем за перегляд. До зустречи. Чекайте новые выпуски.